Здравствуйте, мои зрители! Сегодня я вам делаю гороскоп на сентябрь 2021 года. Извиняюсь, что так поздновато я делаю. Ну, есть свои какие-то личные дела, которые просто не успела сделать. Так, значит, девы. Что ожидает дев в сентябре 2021 года? Наши девы. Значит, мне показывают картинку. Значит, человек колет дрова и аккуратно их складывает к стенке, так, знаете, полено на полено, разрубил полено. Вот эти вот кусочки дрова складывает, как вот в частных домах складывают так, к стенке прикладывают, и полено на полено, вверх, опять разрубил полено и опять аккуратненько складывает возле стеночки. Как это можно объяснить? Это говорит о том, что в этом месяце, в сентябре, вам придется много работы, чтобы упорядочить все, что у вас в вашей жизни происходит. У каждого свои. Кто-то в работе будет все упорядочить, кто-то в семейных отношениях. То есть получается, как бы берется одно дело, делится на 2-3 части, разбивается, получается, и аккуратненько часть за частью, шаг за шагом выполняется все, что нужно к этому. Все, чтобы сделать это дело. Один шаг сделали, отложили, все. Потом второй шаг, договариваетесь, складываете. Второй шаг делаете. Неважно, вот эти шаги происходят в работе, в любви, в семейных отношениях. Ну, все что угодно. В юридических каких-то делах. То есть разбейте это дело, которое у вас кажется вроде как бы сложно, но его разбейте и по частям аккуратненько вы все сделаете. Но надо быть таким дипломатичным, чтобы себе не навредить, потому что шаг за шагом вы будете делать, и чтобы потенциальный какой-то вот человек, который может вам навредить, чтобы он вам не навредил. То есть аккуратно, дипломатично ведите переговоры, в суде дела ведите, на работе. Но аккуратненько, и в течение месяца вы доведете свое дело, которое вы хотели бы довести до завершения логического, все сделаете. То есть в этом месяце звезды вам сулят удачу. Ну вот советуют именно вот это дело, какое бы оно ни было, разделить по частям, и все у вас получится. Так что придется потрудиться, но не сказать, чтобы совсем в поте лица, просто здесь главное вам соблюдать дипломатию. Вот, медленно, аккуратно и маленькими-маленькими шажками. Понимаете, по частям, маленькими шажками, с осторожностью и довести дело до конца. Так что удачи вам, дева! Счастья, добра и здравия!